хорошая погода позволила посадить рассаду в грунт. На занятия йоги я ходила в несколько студий. Да, мне очень понравилось. Вот сейчас думаю, что выбрать, какое из направлений. Ну, тут весна. А вы там участвовали или смотрели? Нет, нет, смотрел. Зарплата и муж предложение сделал, у меня свадьба. Вот. Единственное, что позитивное, у меня внучка экзамены сдает, и вроде бы хорошо. Вы знаете, прогулки по вашему городу – это уже большой позитив. А вы откуда? Мы из Челябинска. Я с пионера бывший. Это был позитив единственный. Ну, а если серьезно, жизнь продолжается, жизнь идет.